В Италии завершился чемпионат мира по водным видам спорта в категории «Мастерс». В соревнованиях по плаванию принимали участие и тагильские спортсмены. Успешно выступила Жанна Рачинская. Она стала пятой на дистанции 50 метров на спине и заняла четвертое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Как рассказали нам в отделе по физкультуре, спорту и туризму администрации Нижнего Тагила, также Жанна заняла пятое место на дистанции 200 метров на спине, установив новый рекорд России.